Всем привет, с вами Дэки Трэш, и мы играем в очень офигенную игру. Том Клэнси, Rainbow Six Vegas. Или Six Vegas просто. Короче, вторая часть. Итак, вот, мы, короче, играем... Давайте поставим то, что мы играем в этом видео за русский спецназ, который отвоевывает Азовсталь. Проверьте оружие. Так. Мы берем тихий режим, чтобы тихонечко пробраться. Держим. Так. Далее мы относим свой отряд сюда. Пускай они сражаются. Ждут, пока есть. Ай, блядь. Пока отдавал команду, меня, блядь, самого ёбнули. Так, ладно. Дубль 2. Короче, 45 солдат. Только ответный огонь. Готовьтесь войти внутрь. Вхожу в дверь. На позиции. Открыть и зачищать. Зачищаем. Понял. Смотри, куда стреляешь. Ой. Ёб твою мать, как их там много. Всего лишь 5 чуваков зачистили. Ладно, Азовсталь мы освободим обязательно. Друг за другом. Да. На позиции. Проверьте оружие. Понял. Открыть и зачистить. Отлично. Смотри. Да. Зачистка вроде идет нормально. Кидаем гранатку. Двигай задницы. Равняйтесь на Бетту. Лима, Оскар, Лима, прием! Стали лучше. Так. Со мной. Понял. Пускай наши сопровождают, у нас будет тихий режим. Осталось 37. В принципе, неплохо справились. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай, лечи его, я пока прикрою. Ага, еще одного. Я прикрою. Сюда! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блядь. Не получилось. Азовсталь мы не освободили. Ладно, освобождаем Азовсталь. Только ответный огонь. Готовьтесь войти внутрь. Текс. Вхожу в дверь. На позиции. Открыть и зачистить. Понял. Сейчас нападают сначала они, потом нападаем мы. Ёб твою мать! Ух, не работает моя стратегия. Хотя стратегия здесь ни при чем. Проверьте оружие. Друг за другом. Да. Так. Я ранен. Открыть и зачистить. Есть. Смотри, куда стреляешь. Бейтесь на пары и все проверьте. Ко мне. Понял. Сними их. На твое усмотрение. Ебать, как он близко-то стоит. Ага.
вперед, вперед. Пошли, пошли. Так, действуем тихо. Текс. Бандиты находятся там и вон там. Стоять! Перегруппируюсь. Быстрее. Двигаюсь. Двигаюсь. Пошли, пошли. Ложись, так. Ложись. Выкуриваем. Странно, тут их нету. Видим. Прикрываю их. Так. Осталось 27 противников. В принципе, пока нормально. Эта игра действует, как бы заставляет действовать логически и стратегически. Мы потихонечку продвигаемся. Все зависит только как бы от меня, от моего командования и от моего мастерства. В противном случае нам пиздец будет полный просто. Итак, мы сейчас проберемся вот сюда. Готовьтесь войти внутрь. Да. Ведите с ними счеты. Текс. Я ранен. Открыть и зачистить. Сэр. Цель за голову. Угу. Так, я вижу одного гада. Вперед! Пошли, пошли! Пошли! Пошли, пошли! Пошли, пошли! Так, все. Используйте оружие! Перестаем использовать тихий режим. Открываю огонь! Еще одно. Блять. Да ёб твою мать. Ты ёбаный. Че, серьезно? Двоих запиздили уже, а я что-то как дебил. Друг за друга. Да. Я ранен. Открыть и зачистить. Понял. Открытие! Кончаются... Встань в строй! Есть! Перегруппируемся! Ёб ты мать! Удерживайте позицию! Ага. Помогите ему! Вставай на ноги! Намного лучше. Нас окружили, ебать. Встать за мной!
16 бойцов осталось, так. Следую за вами. Так, давайте сюда. Пошли. Друг за друга. Ебать. Открыть и зачистить. Сделаю. Я не вижу их. Они нас обошли. Боже. Террорист готов. Сними сюда. Ой-ой-ой, извините, чуваки. Они пожалеют об этом. Зажигательную кидаем. Так. Так, надо использовать все-таки пулемет. Проблема, сэр. Нихуя себе нас окружили. 7 бойцов осталось, так. Осталось 6. Удерживай. Удерживаю. Сюда. Угу. Противник уничтожен. Осталось 2. Угроза ликвидирована. Так, остался последний. Все. Все, чуваки, предположительно, Азовсталь мы освободили.